30 декабря в Туле состоялось два больших открытия. С визитом в Тульскую область прибыл министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, который успел открыть памятник «Подвиг врачей и медсестер в годы Великой Отечественной войны». Памятник расположился возле здания гимназии номер 20, которая находилась на переднем крае обороны Тулы. С первых дней войны в школе разместился военный госпиталь. Только мужеством, только каким-то потрясающим умением работать в нечеловеческих условиях они спасали жизни. И еще одна цифра, которую надо знать тем, кто хочет поступать в мединститут и понимать, на что надо ориентироваться. Все понимают, что такое боевое ранение. Когда там его вытащат с поля боя? Тащила эта медсестра, которая сама весила там 48 килограмм. Вот. И умудрялась по 5-6 в день вытащить бойцов, и которого сразу тут же оперировали. 90% раненых, вытащенных с поля боя, выживала. В рамках своего визита Владимир Мединский принял участие в открытии Тульского цирка, который имеет свою богатую историю. Здание цирка около 50 лет не ремонтировалось. Тем знаменательнее стало сегодняшнее событие для туляков. Воспоминания очень добрые, хорошие. Мы очень любим цирк всей семьей. Очень. И детки вот тоже приобщаем маленького тоже к цирку. Рады открытию? Очень, очень. Мы долго ждали и очень рады открытию. Очень долго ждали и рады. Очень. И даже наблюдали за тем, как он тут ремонтирует. Да, проезжали, проходили, смотрели. Очень рады. Цирк закрылся на ремонт летом прошлого года и за это время заметно преобразился. В здании заменили все основные инженерные коммуникации, окна и двери, отремонтировали кровлю. Цирк оснастили новым световым и звуковым оборудованием ведущих американских и европейских производителей. Отремонтировали зрительный зал, манеж, помещения для животных. Благоустроили территорию вокруг цирка. Дорожки вымостили плиткой, установили фонари и облицевали гранитом клумбы. Я, конечно, хочу поблагодарить Владимира Ростиславовича Мединского, Министерства культуры, за то, что они откликнулись на нашу просьбу. Мы включили Тульский цирк в один из приоритетных цирков по ремонту. Хочу сказать, что наш цирк один из старейших с точки зрения его истории, почти 150 лет. Здание сами, какое оно было, какое стало, огромная большая разница. Но самое важное, чтобы дальше он уже начал развиваться, зарабатывать сам. И уверен, что с легкой руки Владимира Ростиславовича все получится у цирка. Как получилось в музее оружия, и уверен, что здесь всегда будет аншлаг. И мы эту любовь благодарим вас за ту помощь, которую оказали городу. Спасибо большое. Анастасия Жукова, Сергей Фоночкин, Теле Тула.